насколько я просто не понимаю, зачем нужно какие-то ставить шоу или какие-то представления. Это никому никак не помогает. Ассоциация орфанных заболеваний, они попросили встретиться вчера. Это они сами попросили встретиться, потому что сказали, что очень много проблем накопилось. И они хотят сообща с министерством работать, чтобы вместе эти проблемы решались. И потом мы пошли вот по каждой программе, по каждой нозологии, вот смотрели, что у нас есть, где самые дефицитные, где там минимально дефицитные. Об этом разговаривали. И вот здесь, в этой комнате, кстати, и разговор был абсолютно практичный. Там не было там заявления, что я сейчас там, не знаю, там буду стоять где-то там перед камином или перед мозгом. Они говорили, что вот, ну, есть какие-то контакты с ассоциациями. Да, вот сегодня мы так работаем, может быть, вы нам поможете вот в этом. Да, вот такая ситуация была. Потом просто вышли на брифинг, мы хотели то, что договорились, обговорили, это вынести на обсуждение или, ну, сделать там публичное заявление, что вот, и, ну, то, что было потом. Для меня непонятно. Можно было делать и по почте, и очень цивилизованно просто прийти и передать письмо. А не учить кого-то там, как маленького ребенка, там, как надо что-то закупать и через кого, и там, если там купить больше, то цена меньше. Ну, это говорит человеку, который всю жизнь занимается этим и знает, как трудно это все не мне, а членам ассоциации и родителям, у которых есть очень тяжело больные дети. Так что это неправильно было просто. Но я думаю, что это никак не повлияет на нашу работу, в смысле, ну, понятно, все сейчас стараются как-то самоутвердиться, но главное, чтобы был прямой результат. Да, вот вчера, например, мы говорили, договорились, что мы будем работать уже напрямую с производителями, мы уже обзвонили тех товарищей, сейчас будем с ними встречаться, посмотреть, совместные письма будем писать, чтобы быстро эти вопросы решить. Это нормальная работа.